Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала «Деревенский винегрет». Ну, так как весна на улице, все снимают ролики о рассаде, кто как выращивает. Я не мог пройти мимо этой темы, ну и не показать, как я тоже это делаю. Ну, вот тут у меня маленькая часть того, чего у меня будет. Сегодня у нас на календаре 20 марта. Что-то уже посажено, что-то только вот еще сажается. Здесь у меня помидоры. Ранних я посадил немного. Правильно сказать, мы посадили. Сегодня мы их пикировали. Ну, а тут у нас перчики сладкие. Видите, какая у нас случайно появилась у меня лампа фито. Нечаянно ее купил. Тут у нас тоже перцы, это правда острые. А здесь у нас немножечко лука-порея. И тоже перцы. Ну, а кто у меня уже давненько на канале, есть у меня там много роликов, что у меня растет в теплице. Какие перцы, какие помидоры. И все вот, в принципе, выращено из зернышка вот таким образом. Перцы я высаживаю в феврале месяце. Ну и с десяток помидор. Помидоры мы сажаем где-то спустя месяц, во второй декаде марта. Лук, порей. Вы знаете, и в феврале его сажал, и в апреле его сажал. Прекрасно вырастает всегда. Но в этом году снова посадил его в феврале месяце немножко. То есть, в общем-то, при небольших навыках можно вырастить прекрасную рассаду и у себя дома. А еще я подумал, можно вырастить прекрасную рассаду, продать ее по 60 рублей кустик, купить себе перцев и помидор на эти деньги и не морочить голову все лето. Кому было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.